Книга «Открытым оком», вопрос 202, тема «Смерть». Что важнее при поминовении, пойти на могилки или прийти в храм на службу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Когда Конфуция спросили, как важно поминовение умерших, он ответил: «Если скажу, что это очень важное дело, вы перестанете заботиться о живых. Но если скажу, что это ничего не значит, вы вообще забудете своих усопших родителей. Когда умрете, тогда узнаете сами». Так и здесь. Непонятно, почему одно должно мешать другому. Нужно сделать то, что можешь, прийти на службу, а потом посетить и могилки, и там помолиться. Беда в том, что у православных накрепко засело в головах и в сердцах, что они могут изменить участь родных через посещение могилок и через деньги, за которые будут творить сорокаусты и другие молитвы наемные молельщики. Галатам 6:7. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. 2 Коринфянам 5:10. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Лука 16:26. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Екклесиаст 11:3. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Без покаяния нет спасения, а покаяние за гробом невозможно. Иоанна 3:36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Осия 4:6. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих.